Завод «Телебалт» – это предприятие по контрактной сборке электроники, специализирующееся на производстве жидкокристаллических телевизоров, светотехнической продукции промышленного производства, электронных плат широкого спектра применения. Завод расположен на территории Калининградской области, которая является самым западным регионом Российской Федерации. На территории региона действует федеральный закон об особой экономической зоне. Компания, являясь резидентом ОАЭС, имеет право пользоваться преференциями особого таможенного режима. Завод был основан в 1999 году. Он расположен на территории 70 тысяч квадратных метров. Площадь завода составляет 42 тысячи квадратных метров. Сегодня «Телебалт» — высокотехнологичное и современное предприятие, где выпускается продукция, отвечающая мировым стандартам в области качества, экологии и охраны труда. Производственная мощность завода — до 3 миллионов единиц продукции в год. За историю своего существования предприятие сотрудничало и продолжает сотрудничать с большинством мировых брендов электроники. Компания стремится постоянно улучшать системы менеджмента в области качества, охраны труда и охраны окружающей среды, что подтверждается наличием международных сертификатов. Завод «Телебалт» использует в бизнес-процессах программные системы Axapta, Ortems, 1С. Поставки комплектующих на завод осуществляются преимущественно морским транспортом круглогодично. На территории области расположены два незамерзающих морских контейнерных терминала. Максимальный объем разгрузки комплектующих на заводе составляет 25 транспортных средств в сутки. Производственная мощность линий по сборке электроники составляет до 1300 штук в смену. Завод имеет собственный цех пайки электронных плат, где установлено высокопроизводительное оборудование. Общая производительность составляет до 4500 готовых плат в смену. Компания располагает конструкторским бюро, разработки которого внедряются в процессе производства. На заводе внедрена современная система контроля качества. Продукция проверяется в лаборатории выборочного контроля согласно стандартам предприятия, который основывается на ГОСТ, ТУ и международных стандартах качества. Тестирование на надежность проходит в режиме непрерывной работы от 24 до 150 часов при температуре 40 градусов. Собственный склад завода площадью 20 тысяч квадратных метров может единовременно вмещать до 40 тысяч кубометров грузов. Готовая продукция доставляется клиентам на территории всей России и стран таможенного союза. Коллектив завода – это сплоченная команда профессионалов. В основе корпоративной культуры предприятия – ответственность каждого сотрудника за результаты собственного труда и заинтересованность в достижении общих целей компании. Мы стремимся быть лучшими среди лучших.